альбом. Дембельский. Который мы делали в армии, да. Эта штука сделана. В смысле? Он вот эта гравировка или что это? Ну, это уже как метель, латунь. И на ней нарисовано иголочками всякими, вытканы все. Вот это все иголочками? Да. Вот эти листики? Да. Ну, как чеканка называется. Ну, кладется из кальки рисунок. И ручкой обрисовываешь. Все это выдавливается на это. Потом переворачиваешь и начинаешь вот так вот что-нибудь острым шильцем вот так выводить. Понятно. Паста иглой натирается все. То есть вот эти выступающие части блестеть начинают. Mm-hmm. А после этого лаком покрывается и все. Также и буковки вот эти они все. Потом наклей все сожжет. У нас сделал. Один с нами служил парень. Вот. Он рисовать умел. Всем рисовал. Вот эти вы потом прокладочки клали туда. Да, кальку. Вот это тоже из этого всего. Это город Козельск. То есть вы служили в Козельске? Да. Это ярко город Козельск. 730 дней. Вот такой рисуночек. Вы там были 730 дней? Ну, 2 года 730 дней. Вот. Если все, 265 и 265, 730. Ну, потом вот эти листики делали, да, прилипли от старых. Ой, какие листики красивые. Сюда ставили всякие из резинок вырезанные звездочки. Это. И фанилка была такая. Из стержня надували такую штучку и дули, и она разбрызгивала этот, вот этот темный гуашь. А после этого лаком покрывали. А потом чуть сдвигали другим цветом. Потом снимали. И полностью заделал. И поэтому они получились такие... Ну да, типа сдвинутые, как звездочки. Класс. Да. А что это за бумага вообще? Это картон? Картон, наверное. Фигурки. Да, всевозможные. Вот, тоже тут. А это что, это тоже из резинки вот этого резинка была? Да, ну трафарет. Были всякие. Да. А где же вы краски? Вот трафаретики. Брали. Краски не продавали, гуашь обыкновенный. Потом лаком покрываешь, и она блестит. Это гуашь, покрытый лаком? Да, обыкновенный гуашь, да и все. Понятно. Ее разбрызгивали, она фоном покрывалась, вот как крапление вот такое идет. А что такое фанилка? Это типа... Фанилка у нас не было, как пульверизатор. У нас ее не было, мы спичкой нагревали стержень пустой, выдавливали с него всю краску. Из него пузырь такой получался. И он так дули, и с него... Классно. Как разбрызгивать его. Ну, как раньше делали. Ой, да, красота. Вот так интересно делали. Фигурки вырезали, сидели. Да, все эти фигурки. 81-83 год. Ну, я вот что-то не поняла. Вот, смотри, сначала одна страничка, сначала страничка была белая просто. Белый лист, да. На него кладется, покрывается желтым он. Желтой краской. Да, желтой краской весь покрывается. Потом на желтую кладутся эти фигурки из резинки. Покрываешь, скажем, красный чуть-чуть. Чуть-чуть сдвигаешь, вот видишь, чуть-чуть сдвинул, угу. Где красный был. Потом зеленым каким-то. Ясно. И потом уже все остается. А они потом остаются на месте, и потом сверху этим фоном вот этим. Потом их снимаешь и остаются... В армии. Класс. Времени много. А это под дерево. А под дерево просто берется поролон и гуашь красная. И вот так размазывается. Размазывается и все. И слушай, надо мне тоже так сделать. И все. А лак? А потом лаком покрывается просто. А какой лак? Ну, разный. Нитролак. Вот мне сейчас что-то купить, например. Сейчас много всего. А тут вот всякие тоже. Листики, эти, кружочки. Конечно, один альбом был бы скучно. А так раз. Да, красиво. Тем более набрать. Все разные страницы вот. Цветом. Сатурны всякие там.
Белая фольга. Пищевая фольга белая, обыкновенно. На них вырезано, так выдавлено все авторучкой обыкновенно шариковой. И потом залиты вот эти места лаком. Лак берешь из стержня. Стержень красный, синий, такой всякий выдавливаешь. И смешиваешь. Его это с лаком смешиваешь. Чернила. Чернила именно вот это. Да, и заливается вот это вот все. Класс. Как конверсы сделаем. Сейчас я служили они. Ребята оставили мне свои адреса, друзья. В основном там Ленинград, тут разные.